8 грамм на 10 литров воды делаем. Икар Фостер Рутс. Ну все, ребят, ждем теперь, короче, примерно минут 10, пока сейчас все хорошо упитается. Потом будем запитывать торф и карфостеру. В общем, короче, снимаю вот такие пасынки, буду их укоренять. Пошла на охоту. Уже и в 10-й кассете появился опыт и скорость работы над кассетами. Не зря говорят, что Москва не сразу строилась. Дальше подальше лучше. Мастерство берется во время стажировки. Эти уже чуть-чуть поникли. Ну, сейчас мы их попозже чуть-чуть обработаем пинчиком. И все получится нормально у нас. В последующем покажу, как все получилось. Девочки, мальчики, обязательно делать все в перчатках. Я вот без перчаток делаю вот такие руки. Но я там дальше покажу лайфхак, когда закончу, как их отмыть быстро. Руки черные, видите, после помидор. Берем отходы и начинаем. Чистка началась. Чтобы этого не делать, ребят, одевайте, пожалуйста, перчатки. Самый лучший лайфхак это перчатки. Вот, ну, короче, мы все доделали. Теперь ждем. Сейчас опрыскиватель еще раз опрыскает. Надо попрыскать почаще, сказали. Будем почаще попрыскать. И все получится. Ксюху, все, ушла в декрет.
Все, кому-то надо. Вот, и руки превращаются. Превращаются. На зелень. Руки превращаются. 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 Руки превращаются. В руки принцессы, да? В руки принцессы. Королевы. Помидор. И вот уже черноты нету. Останется только щеточкой помыть. И почти как новенько. Так, ну вот смотрите, берем потом опрыскиватель. Включаем. И я в тумане. А мы летом сидели так. А мы летом. Все так... лето мы провели вот в таком тумане. На клубнике. Так в раю. И мыться не надо было. Все, ладно. Все, все, все. Короче, весь день я просидела с этой рассады. Почти чистое лицо. Почти. Вот, почти чистые руки. Ну, почти вообще все нормально. Запикировалась. Время 4 часа. Ну, на этом, наверное, я закончу свой обзор, чем я занимаюсь. Потому что дальше я просто поеду девчонок развезу домой. И поеду, и приеду домой, приготовлю ужин, постираюсь, помоюсь и лягу спать.